И вот уже в третий раз мы находимся в этом месте. Прямо у нас дворец Топкапы. Его стена. А целью нашего визита является вот эта мечеть. На самом деле это музей. Как там? Мечеть Святой Ирины, да? Да. Айя Ирина. Айя Ирина. Святая Ирина. Пошли, а то закроют. Вот сейчас пойдем. Уже сейчас время 5 часов. 6 почти. Почти 6 часов в Стамбуле. Здесь это будет наше последнее посещение музеев, из музеев Стамбула. Действие нашей музеум карт заканчивается завтра. Ну вот как раз не все мы успели посетить, не все 11 музеев. Ну, я думаю, как минимум 8 мы посетили. Такое величественное здание. Находится оно также недалеко нашего места проживания. Сейчас, так как у нас есть карта, нам не нужно покупать билеты. Ух ты! Тут тоже полутьма. Первое место, где у нас через аппарат не считывали карту. Девушка, служащая на входе. Мы просто предъявили карты. Она вся уже разрушена. Здесь осторожно. Ну, здесь чувствуется какое-то запустение. И тоже идут, видно, реставрационные работы. Потому что купол закрыт, затянут пленкой. Да, птички летают. Видно, на второй этаж тут не попадешь, скорее всего, да? Ну, вряд ли. А так классно. Ну, это бывший христианский храм наверняка, потому что вот крест наверху купола об этом свидетельствует, что это бывший христианский храм, который тоже впоследствии был. Фрески на потолке, на куполе остались. Да, фрески остались, но так как все затянуто пленкой, вернее, сеткой, реставрация идет, поэтому... Камень, скорее всего, пол, как он был, так он и был, ничего не реставрировали. Да. Ну, вот пол, покрытие. Да, вот мальтийские кресты видны на колоннах. Мальтийский крест, опять же, что подтверждает храм христианский в бывшем. Хотя на куполе снаружи полумесяц. Да, на куполе снаружи полумесяц, как на всех мечетях в Турции. Ну, скорее всего, войти на второй этаж. Там стоит, там закрыто. Скорее всего, второй этаж тоже реставрируется, и войти невозможно. Закрыто, видишь, лента. Все равно они просматривают все.
Да, фрески. Это явно, что ничего не реставрировалось, а все это старое. Ну да. Ну что, некто. Ну вот в этом пределе также полутьма. Деревянная лестница такая, полувинтовая, ведет на галереи, но она, к сожалению, закрыта. А вон, посмотри, за дверью, за этой, там прям список есть. Да. Прям достаточно. Вот, видишь, это уже, наверное... Реставрирует. Ну, реставрируют, не реставрируют, но это уже мусульманские, да? Ну да, 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 да. Здесь вот виден внутренний двор, но попасть в него нельзя. Вот такие вот массивные двери. Главное, смотри, они тут находятся дома. Угу. И получается, вот этот район, видишь, подарок заложен, а вот здесь... Вот еще раз общий план. Жаль, что нельзя войти на второй этаж.